Как продлить срок службы фронтального погрузчика СЭП? Для этого необходимо проводить ежедневное техническое обслуживание, и сегодня мы расскажем, что туда входит на примере фронтального погрузчика СМ-653D. Ежедневное техническое обслуживание начинаем с правой стороны погрузчика и первым делом проверяем уровень масла в двигателе. Проверяем состояние приводного ремня вентилятора охлаждения. Проверяем уровень масла гидравлики, при этом все рабочие органы должны находиться на земле. Далее проверим наличие жидкости в тормозной системе и наличие охлаждающей жидкости. В момент проверки температура окружающей среды не должна превышать 50 градусов. Не забывайте проверять состояние шин и регулярно заглядывать под машину для обнаружения каких-либо утечек. Далее проверяем состояние воздушного фильтра. Если датчик показывает зеленый, значит все хорошо. Если датчик красный, необходимо почистить воздушный фильтр. Внутренний трогать нельзя, он только для замены. Далее переходим к передней раме, где располагается схема технического обслуживания. Тут можно посмотреть, что мы еще не сделали. По схеме видно, что нужно смазать узел сочленения и ось качания заднего моста. Далее поднимаемся в кабину, запускаем двигатель и проверяем уровень масла в трансмиссии. Уровень масла в трансмиссии всегда проверяется на запущенном двигателе, чтобы ГТР был заполнен. Ежедневное техническое обслуживание поможет вам продлить срок службы, проводить контроль рабочих жидкостей и определить некоторые неисправности на ранней стадии. Если вы не можете провести техническое обслуживание сами, то вы всегда можете обратиться к официальному дилеру.